В эфире, да, дамы и господа. Ну что я могу сказать? Сейчас самый такой прям напряженный момент лично для меня, потому что я очень переживаю за своего парня. И мне бы, конечно, хотелось, чтобы он показал лучший результат. Плюс я еще, конечно, переживаю, потому что я пока один тут сижу. Ой-ой-ой, ну вот, ну что это так? Не, нормально, нормально, молодец. Так, также у нас, кстати говоря, слушайте, товарищи, у нас почти 32 тысячи зрителей. Вот это ничего себе результат. Спасибо всем, кто смотрит, guys. Реально, прямо от души. Также бы, конечно, хотелось бы передать благодарность чату. Дашу, не душите меня. Спасибо. Так, а ты живой у нас или как? Так, ну что, я выжил, я вернулся в полной боевой готовности. И мы видим, как наш шеф, наш основатель... Да. Нашего прекрасного сквада проходит свой первый квалификационный круг и чувствует себя довольно-таки уверенно. Да, неплохо, кстати. Ох ты, как он прошел этот поворот. Нормально, нормально. Я, честно, не могу сказать, как часто он катался на картинге, но было дело. То есть несколько раз, я помню, он ходил. Так что у него за спиной есть какой-то опыт. И мы, конечно же, очень надеемся на Вову Братишкина. Так, ну вот это у нас первый круг получается. Сейчас он его закончит. И в итоге какой у нас результат? Ого, 37 секунд. Блин, ну вот желательно бы, конечно, чтобы секундочки две, да, он срезал на следующем. Нет, достаточно будет даже одной секунды, и он вырвется на второе место. Ну все-таки хотелось бы первое. Ну конечно хотелось бы, но это, слушай, это я не знаю, что нужно сделать. У нас... Мы надеемся и верим. Ну да, мы надеемся и верим. Дмитрий Ликс на первом месте, правильно? Да, все верно. Но его тоже должно что-то мотивировать. Вот мотивация — это, ну, главный фактор победы, понимаешь? Так что, а еще, видишь, зависит от того, выспался ты или нет. Справедливо, но пока я вижу, данный круг у него вроде получается даже немножко лучше, чем прошлый. Хотя, слушай, как ты думаешь, нет, все-таки повороты... А, он тебя обогнал, да? Так, нам Слава передает, что он его обогнал. Слушай, ну это уже, ну, это хороший результат, ладно. Слушай, ну он сейчас показал свой лучший круг, 37 секунд 391, и в принципе... Вот, знаешь, мне кажется, он зря проходит этот поворот в дрифте. Это выглядит эффектно, спору нет, но почему-то мне кажется, что он немножечко здесь теряет время. Ну, мы сейчас посмотрим. Ну, вообще, хотя смотрите, у нас тут, получается, все участники встают, сейчас все выйдут после Вовы, и, получается, у нас будет основной заезд, как я понимаю, правильно? Честно говоря, по-моему, у нас что-то будет сейчас типа парных заездов. А, нет, нам подсказывают, что у нас здесь будут сейчас ехать все вместе. И, кстати, пока у нас идет последний круг, вот тут было продемонстрировано. Да, жест, неприличный вот... жест, по-моему, если я не ошибаюсь. Осуждаем, конечно. И что ж, у нас последний, ну, квалификационный... Все 37 секунд, получается 37. Это неплохо, последний квалификационный заезд только что был закончен. Пока есть свободное время, пока Владимир у нас приезжает на питлейн. Так, смотри-ка. Хотелось бы сказать еще раз благодарность нашему генеральному спонсору сегодня, компания Дом.ру. Да, компания Дом.ру. Большое вам спасибо, прекрасная компания. Нажимайте по баннеру, смотрите. Да, баннер под плеером. Вот, а у нас тем временем, смотри, как получается. Первое место Дмитрий Ликс, Братишкин. Бустер, Вазелов. Вон, слушай, а неплохие результаты-то мы в итоге показываем. То есть получается фрики, 8 взят сквад. Фрики, 8 взят сквад, он опять 8 взят сквад. Фрики, ну, слушай, шансы почти равны. Ну, сейчас будет самое интересное. Сейчас у нас будет... Очень-очень важный заезд. Ты обрати внимание, разница во времени между Славой и Вовой. Одна, это что, это миллисекунда или что это вообще? А вот, такое? Кстати, и мы, собственно говоря, на экране. О, здравствуйте, дорогие привет, друзья. Ребята. Мы сейчас, пока у нас небольшая пауза, пока мы ожидаем наших гонщиков, пока они рассаживаются по своим транспортным средствам. И посмотрим, что же будет у нас. Передаем слово нашему прекрасному соведущему. Мы вас слушаем. Здесь уже обсуждают, что Вовка был быстрее на какую-то там десятую миллисекунду. Отличный результат, Вов. Второй начнешь этот заезд. Там, ну, Ликс что устраивает, ты сам видел. Сколько там было-то? Давайте еще раз выведем вот этот титр с именно временем финала, чтобы Вова увидел, какой он результат показал. Я так вижу, ты жестко потел, да, чтобы показать хорошее время. Но заносился, из-за этого проиграл. Не смотри, знаю, далеко смотри, не дотягиваю. 37-39. Плохо. Попробую получше, может, в следующий раз. А в следующий раз, знаешь, он когда? Он прямо сейчас будет. Тебе нужно опять садиться и опять давить на газ. Попотеем, попотеем жестко. Ну, ты доволен пока что. Главное, не последний, слушай. Еще покатаюсь. Там было с кем побороться за последнее место, конечно. Я так понимаю, тебя сейчас должны забирать и усаживать в карт, если это да. Дом.ру, спасибо за реализацию.